Колхоз номер 8 поселка Ильский занял второе место в краевом конкурсе на лучший орган территориального общественного самоуправления Северского района по итогам прошлого 2022 года. Получили приз от ЗСК в размере 550 тысяч рублей. Освоили уже в этом году. Руководитель ТОСа Любовь Тюпа говорит, что деньги стали большим подспорьем. Уже давно хотелось благоустроить местную детскую площадку вблизи многоэтажек на улице Партизанской. Любовь Алексеевна руководит ТОСом с 2016 года. За это время удалось сделать многое при поддержке жителей и местной администрации. ТОС у меня хороший. У меня самые лучшие люди, самые красивые, самые... все бывает. Как вы знаете, и плохое, и хорошее, но в то же время, ну как бы при помощи Николая Викторовича, если что-то такое, где-то я не могу справиться, я обращаюсь к нему за помощью. Вот и в этот раз поселковая администрация чуть добавила финансов к выигрышу и на получившуюся сумму купили качели, горки и спортивные комплексы. Есть оборудование и для малышей до 5 лет, и для подростков. А ведь когда-то эта пустая детская площадка была местом обитания представителей неблагополучного контингента. В свое время ее хотели даже закрыть. У нас, в принципе, многоэтажки. Вот. Идет частный сектор. Ну, я так подумала, как бы, ну, брать детскую площадку, куда дети будут ходить. И так ничего толком, как бы, сказать нету, да? Вот, ну, и по мере того вывода вот этих, ну, решили добавить, чтобы детей. Оказывается, дети не только наш ТОС мой, а приходят из Царское село, даже с Черноморки, потому что дети занимаются. Ну, красиво, комфортно, им нравится. Любовь Тюпа надеется на дальнейшее благоустройство спортивной игровой зоны при поддержке местных властей. В планах на будущий год уложить покрытие и огородить площадку для большей безопасности и сохранности нового оборудования.